Всем привет, дорогие друзья, и сегодня в 9 часов по московскому времени обладатели айфонов 3GS и выше, айпэдов 2 и выше, а также 4-х айподов получили возможность обновиться на iOS 6, которая была сделана более 200 изменений, улучшений и новых фич. Обновиться можно не только с вашего компьютера, а также прям с вашего девайса по воздуху. Поехали! Весь список изменений я зачитывать не буду, его вы можете посмотреть в левой части видео. Нажимаем «Загрузить» и «Установить». Ну и конечно же, перед загрузкой нам надо принять условия пользования. Хочу сразу сказать, чтобы вы не удивлялись, если у вас не получится загрузить прошивку с первого раза. Сервера будут перегружены еще несколько дней, так что если не получается, лучше подождите. Кстати, у меня ни одного сбоя не было. Во время того, как тут все будет грузиться, назову самое важное обновление. Ну, во-первых, это, конечно же, расширенный функционал Siri, который теперь умеет намного больше, и ее поддержка появилась на третьем iPad. Во-вторых, это совершенно новые карты совершенно другой компании, а именно TomTom и OpenStreetMap, в которых для самых важных городов создана 3D-модель. Также в них появилась очень удобная навигация. Тем временем загрузка подошла к концу, и нам предлагают перезагрузиться. Если вы не хотите ждать 10 секунд, то вы, конечно же, сможете нажать сами, а так это все сделается автоматически. А если вам еще что-то нужно сделать, то просто нажмите на «Позже», так как прошивка сохраняется в памяти, и вы сможете ее без проблем чуть позже установить. Во время того, как девайс будет перезагружаться несколько раз, расскажу что-нибудь еще. Например, пропало приложение YouTube из-за истекшей лицензии с Google. Однако приложение YouTube уже появилось в App Store и обзор на него уже был, так что если заинтересовало, то ссылка в описании. Тем временем мой iPad включился, и осталось провести несколько настроек, например, включение служб геолокации, подключение своего Apple ID, а также настройки iCloud. Кстати, конечно же, бояться не стоит, все данные остаются, просто условия использования обновились, и поэтому вам надо просто их принять и заново войти в аккаунт. Weather. Ну вот, в принципе, и все. Самое важное, Siri появилась. Полный обзор 200 новых фич выйдет в самое ближайшее время после покупки iPhone 5, так как основное количество фич было приписано именно ему. А на этом все. С вами был Apple Expert. Всем пока!